понедельник во второй половине дня в полицию города Фурманов поступило сообщение о нахождении взрывного устройства в одной из школ. Учебное заведение цепили, учителей и школьников эвакуировали. Осмотр помещений ивановским кинологом с собакой результатов не дал. Взрывчатку обнаружить не удалось. В тот же день звонивший был найден. Им оказался 13-летний воспитанник Фурмановской коррекционной школы. Мальчик состоит на учете у психиатра.